На месте этого спортивного зала раньше была столовая. Оборудовать ее под помещение для занятий борьбой решили сами спортсмены. Все потому, что других условий для занятий спортом здесь нет. Сегодня в селе Подстепное тэквондо занимаются порядка 30 детей. Более 20 человек принимают участие в соревнованиях. Подобные мероприятия проводят как подготовку к соревнованиям областного и республиканского уровней. Западно-казахстанский областной филиал Демократической партии Казахстана «Ак-Жол» под председательством Мергалиева Серика Ролановича всегда активно поддерживал спорт. Думаем, что при поддержке облспорта, при поддержке горспорта мы поднимем на уровень. И, конечно, будем открывать новые секции, потому что политика президента, она действительно говорит о том, что спорт – это жизнь. Жители рассказывают, что раньше в поселке было больше спортивных кружков, но со временем практически ничего не осталось. Главная задача тренеров – сохранить эту секцию, ведь у ребят есть огромное желание и стремление к занятию спортом. В их копилке уже есть ряд побед. Помещение старое, аварийное, можно сказать. Дети ездили на Казахстан, на турниры в городе Атырау, в Туркестане. Ну, здесь по области мы тоже выступали. Есть призеры чемпионата Казахстана. Чемпионы области есть у нас. В общем, детям есть куда развиваться. Родители молодых спортсменов тоже очень хотят, чтобы их дети могли полноценно заниматься спортом. Здесь секций никаких нету бесплатных. Здесь единственное вот сейчас дзюдо, тэквондо. Они сами индивидуальные. Спортивного зала нету. По итогам этих соревнований от Демократической партии «Ак-Жол» мальчишкам вручили грамоты и медали. Может быть, среди этих ребят будущие чемпионы, победители международных соревнований. Для стремления к победе им нужно не так много. Желание и доступные условия для занятия спортом. Марина Горбук, Ербула Маншин, Рустам Джумашев, ТДК-42.